Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. И в этом видео я расскажу вам про запретные способы приготовить семена льна, чтобы вылечить сахарный диабет второго типа. Часть экспертов, не зная химии, эти способы рекомендуют. Доктор Скачко говорит, думайте сами, нужно вам это или нет. Ведь из семян льна можно приготовить правильную лекарственную форму, чтобы реально лечить сахарный диабет безопасным для вас способом. Даже несколько способов таких будет в одном из следующих видео. Я об этом расскажу. А в этом расскажу вам об опасных способах. Итак, как нельзя готовить семена льна, чтобы вылечить сахарный диабет первого и второго типа. Цельные семена льна. Часть экспертов советуют залить холодной водой. Довести до кипения. Томить какое-то время. Либо дождаться охлаждения. И вот таким способом приготовленный настой семян льна использовать для лечения сахарного диабета. Другая часть экспертов советует сразу залить кипятком, горячей водой. Возможно, какое-то время потомить. Возможно, дождаться остывания. И тоже использовать вот такой настой семян льна для лечения сахарного диабета. Каждый из этих способов реально приводит к тому, что уровень сахара в крови снижается. Но я вам сейчас расскажу, каким способом. И хорошо, если вы сидите. Действительно, уровень сахара будет снижаться. Но за счет того, что цианоген и гликозитель немарин, который находится на поверхности семян льна, блокируют работу, в первом случае, пищеварительной системы, а также блокируют работу и системы всасывания. Иными словами, несущественно, вы употребляете в пищу простые углеводы или быстрые углеводы, либо у вас длинные углеводы в виде крахмала, либо инулина. В обоих случаях, во втором случае нарушается только расщепление углеводов на простые компоненты. И в каждом случае, неважно длинные либо короткие углеводы, нарушается всасывание. Иными словами, количество углеводов, которые вы употребляете, одно, а уровень сахара повышается в значительно меньшей степени. И вы радуетесь тому, что вы правильно лечите сахарный диабет второго типа. На самом деле вы рискуете развитием двух основных причин смерти у современного человека. Быстрый риск связан с тем, что нарушение всасывания углеводов из кишечника со снижением уровня сахара дает вам увеличение брожения в кишечнике. Развивается патогенная микрофлора, увеличивается вздутие живота и усиливается кардиологический риск. Вы не можете полноценно сделать вдох и сдавить брюшную полость, где повышено давление. Соответственно, кровь не может перейти к сердечной мышце. У вас гипоксия сердечной мышцы. И если у вас были сосудистые изменения мышцы сердца, о которых вы не знали, то боль в области сердца в связи с таким способом приготовить семена льна будет вам об этом напоминать. Более того, для того, чтобы выполнить задачу, иными словами, обеспечить обменные процессы, теперь будет еще и повышаться в большей степени артериальное давление. И вместе с артериальным давлением растет кардиологический риск. Один дополнительный случай смерти на 100 тысяч населения в год из-за того, что на 5 мм ртутного столба поднялся артериальное давление. Это статистика. Чем выше у вас поднимается артериальное давление, тем в большей мере вы рискуете именно развитием инфарктов в ближайшей перспективе. Поэтому несущественно у вас здоровое сердце, либо сосуды, либо есть какие-то заболевания, которые ограничивают их возможности. Настаивать семена льна на горячей воде при сахарном диабете я вам запретил бы. Реальное действие из семян льна цельных на лечение сахарного диабета дает слизь семян льна. Можно получить совершенно иным способом. И как приготовить семена льна правильно. Такие видео на моем канале есть. Вы их можете найти. В конце дам ссылочки. Готовьте правильно семена льна. И не рискуйте своей жизнью, своим здоровьем. Эти способы опасны. Что у вас происходит в отдаленной перспективе? Грибковую теорию рака еще никто не отменял. Книгу «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика» более 10 лет назад я опубликовал. Если вы нарушаете работу пищеварительной системы, по всасыванию углеводов. На углеводах развивается чаще всего грибковая инфекция. И онкологический риск у вас появляется в отдаленной перспективе. Но до него еще нужно дожить. Нужно иметь хорошее сердце и сосуды. Для того, чтобы
прожить 10-12 лет до того, ну, не самого приятного момента, когда врач-онколог скажет: вы знаете, у вас онкология в таком органе, и нужно уже лечиться у меня. Забудьте про свой сахарный диабет. С ним вы могли бы прожить дольше. Онкологическое заболевание меньше времени дает на то, чтобы вылечить заболевание правильно. И у вас совершенно другая тема. А что было в первоисточнике, а вы просто не знали, как готовить семена льна. Правильно. Да. Теперь предупрежден, вооружен. Таким способом готовить семена льна, а именно с нагреванием, вы уже не будете. А как правильно, я расскажу в следующем видео на своем кулинарном канале и опубликую для вас. Чтобы вы не потерялись на просторах интернета, занесите это видео в избранное. Может быть, подпишитесь на мой канал, тогда ссылка на это видео придет вам в почту. Вы сразу поймете, как готовить семена льна правильно. Я расскажу два способа. Известный многим по моему каналу, кто уже подписчик, способ приготовить семена льна на холодной воде. И расскажу еще одну возможность, как использовать семена льна, чтобы больше включилось механизмов для того, чтобы вылечить сахарный диабет первого либо второго типа. Ну, первый больше скомпенсировать, второй можно реально вылечить. И один из винтиков в этой системе — это правильно приготовленные и правильно используемые семена льна. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram.